Друзья, с вами я, Супер Бонни, и сегодня мы поиграем в Roblox в игру про поезд говноед. Хотя там сказано людоед, но я напишу, сказал говноед, поэтому теперь говноед. Боже мой. Ну, короче, в этой игре на нас будет охотиться красный косожопый поезд, как бы это сразу не звучало, и хотевший нас сожрать. Но мы будем стрелять по нему из всего, что можно. Начнем. Ну, нет, вначале я пройду этот сложнейший паркур, на котором я сдохну миллиард раз. Да-да-да, ага. Вообще, тот, кто делал... Нет, это нереально. Тот, кто делал паркурки, он реально... Он выглядит прикольно, да, но он очень легкий. Вот, мы уже подходим к нашему призу, это ящик. Мы забираем ящик, сразу ресетаемся, и нам падает, ну не пушка, да? А, ну да, говно. Кайфик. Там какой-то чел продает, кстати, вагоны, надо посмотреть. Может быть, мне даже на один хватает. Вау, это жесткий. Соблазнительно выглядящий вагон. Мне такой надо. Вот этот вот двухэтажный. Мужик, я за тобой вернусь. Я, кстати, в эту игру уже давно играю. У меня есть вот такая пушечка. Нет, жесткая. У меня энергии мало. Ну и такая. Поэтому, в принципе, сейчас поставлю на зарядку. Проблем у меня быть не должно. Вот эту штучку сейчас уберу. Сюда, вот. Чтобы она не мешала. Ну нет, вот сюда, пожалуйста. Да, вот. Так, куда же мы поедем? Ой, низкий. То есть нам будет вообще легко. Это круто. Так, вот. Собираем вот это. В этой игре самое полезное для нас, это будет собрать вот эти зелененькие штучки. Ибо это такие... Это, короче, здешняя валюта, на которой можно купить все. Если у тебя их нет, значит, ты просто бомж подвыпердыш, у которого ничего нет. И, в общем, короче, хрен тебе они... Что-то на... Вот. Вот этот крутой поезд. Ой, по звукам, по-моему... Оно где-то здесь, и оно идет. Да, оно здесь. Вы звуков не слышите, я специально их убрал, потому что они здесь слишком громкие. Оно, вот оно. Оно дерется. Тварина, боссина, где отсюда? Ну-ка, сейчас. Ой, говноед, блин. Ну что с вами? Любитель пожрать говно! Говно! Нет! Блин, потом. Сейчас какого мне втащит? Наверное. Чё ты тут дудишь? Нет! Ой, блин, я вытекачка! Быстрее бежим! Хоп! О, на прыжки тратится энергия! Быстрее залезаем наверх! Отсюда безопасно. Короче. А, у нас танка нету, жаль. А что у нас здесь есть? Ну, как вы поняли, это трэш полный. Ну, возьму. Так, сюда поезд. Я видел, там стояли турельки. Ну, или просто вот такие пушки, которым... боже мой, это говноед идет уже у нас. Хоп, джампим. И захоружаем. Садимся. Ну чё? А, нет, тут не получится. Ну хорошо. Сейчас. Бум! А чё он не стреляется? Хоп. Ну пойду тогда сюда. А, здесь ноль этих хреней. Ну хорошо, сейчас занесем. Пикап. Чё так темно вдруг стало? Ну-ка. Повысим яркость. Всё.
Загружаем. Да что, не загрузилось? Все, теперь загрузилось. Теперь садимся и пошли. Не. Кстати, по нему достаточно весело стрелять из нестандартной пушки, ибо так быстренько, типа. Он нам ничего делать не может, а вы ему нафиг. Есть пробитие, есть пробитие. Пойду. В моем вагоне я видел еще, у меня были эти ящики. Это такое нестандартное для моего канала видео. Хотя... Я, кстати, не перестаю удивлять тому, то, что мое видео про остров Земли, Full Song, типа, или же Island Full Song, или полная песня Остров Земли, но очень хорошо зашло, в принципе. Там оно уже 700 просмотров, между прочим, а это не шутки. Это немало. Ой-ой-ой-ой-ой, я его вижу. Это ой, ёшкин, это существо! Оно идет сюда! А-а-а! Нет! Нет! Я сдох на низком уровне сложности! На самом деле это реально обидно немножко. Ну только не обосранные лестницы. Вот я эти лестницы ненавижу, боже мой. Кто такой их придумал? Да тварь, я тебя найду и побью, блин. Да а сейчас я как сдох, я нормально приземлился. Ну сейчас надо прям так... Хоп! Я? Нифига себе. Странно, а в прошлый раз, когда я так падал, под конец прямо задержался, я сразу дох, а здесь что-то нет. Интересно, если я уменьшаю громкость у себя, то... О, наконец-то мне прибавил. Моя, типа, мой звук, то, что я говорю, меня слышно или нет? Если меня не слышно, я... Будет очень грустно. Нет, если меня в принципе будет слышно, а если меня так тихо слышно, то, ну... Хотя бы что-то. Хоп. Текс. Хоп. 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 И вот так. Все, ура, прошли. Взлетаем как можно быстрее. Да, вот за ящичком. И сейчас там, я видел, продаются вагоны очень крутые. Ресетаемся. Смотрим. Я сейчас очень хочу... Мне нужны билеты. О, ну пойдет. Это что там? О, 12, крутяк. Так, заглянем, что этот додик продает. Нифига себе, жестко. Так, теперь вот туда. Надо, главное успеть забрать. Заместитель. Ну. А, я не сюда подошел, я тупой. Задумал. Ну что он не предлагает? Ни хрена себе ценники. А вам не стыдно такого про... Ладно, там, а что такое красное? Это какой стиль? Это там, не знаю. Это какой вид оружия? А, экзотический гранатомет? Что? Мне кажется, с этой пушкой даже на кошмарном уровне у этого поезда жопа будет полыхать пламенем, просто он в офиге будет, офигенно сюда зашел. Ой. Если это видео вам понравится, что с кустом, я могу снова эту игру поиграть или какие-нибудь другие. Можете написать в комментах, если они здесь будут открыты. Я фиг знает. Текс Хунтер. Извиняюсь. Покушал просто. Недавно. Не ставьте дизл. Ну, если не поставили, а поставили лайк, то респект вам, мое и уважение. Мне, кстати, повезло, здесь нубики со мной играют, кажись. Они не знают то, что надо эти ящики собирать. Ну, просто и когда ты вот так играешь, и тут такие челики попадаются, это просто отвал башки его. Они-то не собирают,
А их надо собирать? Я не думал, то, что, блин, ну нафига эти зеленые, ну чем они нам задались-то тут? А вот их надо собирать. Да. А, блин, у нас же, по-моему, умеренный. Ну или по-русски. Среднячок, короче, 50 на 50. Опа, стоп, тихо. Мой бокс. Ну ты тварь. Иди в жопу. Мои ящики. Мое, мои билеты. Боже мой, что за... На меня нападает поезд людоед, но мне пофиг, я собираю ящики. С билетами. Билеты же важнее. Так. Сейчас ему... В данный момент ему главное сейчас отхреначить его пушку, которая у него на дуделе. Не знаю, как это. Верхняя у него штука называется, которая у него на башке. Ну, с которой сейчас делать можно. Допустите меня, блин. Что вы делаете-то? Да стой! Да нафиг вам, не трогайте мои боеприпасы. Да хватит. Это мой вагон. Вон там, короче, какая-то жесткая уже жопа началась. Вот, вот эту пушку мы сейчас главное прям вот отстрелять. Так, на. Ну что не... Ну что не так-то? Да что не так-то? А, видимо, я слишком далеко, не знаю. Что там в чат пишут? Хуме захли... Хача... Извините. Не умею по... неизвестному языку читать. Он там кто-то пишет... Попробуй до сюда, до сюда дотянуться, ботинок тупой. На, да, ой-ой-ой, что, уже не так легко сюда добраться. А это что, охренело? Да сейчас плата конченая, иди в сраку отсюда. Давай-давай, кыш, брысь. Ой, побежал там за карту. Ну куда тебе? Ну куда? Ну зачем? Ну нафига тебе этот обход был нужен? Ну и что, и как тебе это помогло? Понимаешь, я все равно тебя вижу, все равно могу по тебе попасть, чувак. Я знаю, вон я тебя вижу. Додик тупой. Не надо ко мне идти, я знаю, да я по тебе попал, но не надо сейчас ко мне, не надо. Вот не надо, вот не начинай. Он пушку возобновил, ах ты тварь. За миллисекунду. Это кусок, блин, повидлыч. Слышь, хана тебе. За императора! Да какой донат? Мне сейчас не до доната вашего. Не. Как? А медицинские ящики, все разобрали. Все разобрали. Да чего мы... Смотрите, что они с моим вагоном сделали. Это... Ой, мы прошли. Это просто ужас. Это... Стыд и позор просто. Еще и 5. За то, что больше всего урон... Ну, нормальный так урончик на него. Так, чем там торгуют? Ну, говном. Надо пойти как можно быстрее успеть пройти этот паркур. Потому что там меня возможно ждет хороший приз. Что может от меня хороший приз в виде нормального количества билетов, либо же пушечки. А как тут... Ладно. Я промолчу, хорошо? Не будем обращать на то, что рушит все законы физики. Ну хотя нет, может быть так и нормально, я просто не шарю за вирусы. По-моему, там должно быть на каждой такой штуке укрепление, а не
Так, они на там вроде упадет. Ну, ладно, это не... А, так они же могли там мост по факту проложить, а там... Моста нет. Нет. Чей я такая... А-а-а, это русские, они просто по толкому пишут. Привет, ребята. Че, как давно разговариваете? Тут можно по-русски базарить. То, блин, хангрики. А, я знаю, у нее old lady. У нее там хрень продается. Да, нафиг мне ваш пистолет. Привет. Чё я такая широкая? Лучше бы не лагает, лагает. Слино. Чё я такая широкая? Нет. Капец. О, вот сейчас я вот или нигде. Выс... А, у нас еще и цирк. Команде. Ну, в принципе, для нас это пойдет. Да, угу. Нас вот, у меня вообще обычно всегда в команде попадают какие-то цирковые нафиг обезьяны. Не буду врать. Не в обиду. Не умру? А, не умираем, или типа? Ну, короче, что-то она там писала про то, что не дохнем. Вот так, да. Не умираем. Пишите нормально. Пишите нормально. Нет, ну серьезно, а чё? И, кстати, я когда просматривал свой ролик новый про... Вон там эта тварь уже по нам в прямом смысле огонь пустила. Ну-ка. На самом деле, у меня там еще на жопе там жесткая хрень. Короче, если мы сейчас его здесь... Ну что, сдох? Это как так? Мы с кем играем? Чел! Мы его... Как? 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 Вот. Какие касси. Может, по ихнему написать? Чель! Вот так. Чель! Как? Как? Пулемет. Пон! Заряжает. Ну, это жестко. Там легко. Давайте разнесем этого урода еще раз. Не! Я не знаю, кто с нами, что это за человек? А, вот это гост, что ли? А, нет, он, по-моему, с пистолетика. Охренел? Ай, тварь, он смачно так перед... Он нехило обосрался. Извините. Ну, по-другому я это писать не могу. Но надо... Мы умрем. Нет. Ура! Почти победили. И да. Привет, и да, привет. Все, вот так. Там просто челик в чате пишет. Я ж добрый, я вспоминаю несколько свои слова некоторое время назад. Пан. Может быть, пон? Как я попала? В смысле попала? В лапы ему, что ли? Давайте, кто тут у нас самый жесткий? У кого там прям смачнее? Нет!
Ну что это такой эпик фейл был? Ну серьезно, я споткнулся, вы понимаете? Давайте хоть с этого кошмарного. Так, почти. Скоро надо будет заканчивать ролик, да, ребяточки. Я... Мне очень тяжело об этом говорить. Нет! Да говно. Да как я зол, боже. Что это за игра? Удалите ее из Роблокса. Вообще, да что за... Ну, наконец-таки, давай, быстро, все. Спидраним этот кал. Speed them away. Да, вспоминаем старые времена, когда Slim Youtubers был актуален, там была песня Run Away, она тоже была актуальна. Блин, ну... Но... О, умеренный. Да, жаль не... Я бы хотел посмотреть, как наша Тимана Найтмари бы играла. Смешно. Когда посмотрел статистику моего канала, тут меня там смотрят, и возраста меня напугали. Напишите там в комментариях. Ой. Ну-ка сейчас. Куда? Куда мы стреляем? А? Ой. Ой. Превьюшечка. Вот превью. Превью! Все, сделал превью, есть. И превью есть, превью есть. Ага! Там один чел пишет в чате, это не я ору. Это я читаю чат. Да как они ему за долю секунды убивают? Точнее, не убивают, он просто ему высокие ранения наносят. Сейчас тебе тоже высокие ранения нафиг нанесу. Так Я тоже, представляешь, силен, я тоже могу тебя навредить. Урод ты, блин, кусок говна бычьего, сдохни, тварь. Так тебе прям по жопе. Все, слился бот. Пишу. Изи. Хотя... Тот кусок говна мне... Немного снес. Кстати, самое главное, когда по этим штукам переходите, друг друга не толкайте, либо пропустите, либо встаньте на своем и столкните. Ай! Ай-яй-яй! Ай! Ай-яй-яй! Уважаемый про... Блин, да в жопу тебя! А, уважаемый... Уважаемый мистер босс молокосос, блин, ага! В жопу, все, див. Страшно. А, все там блин, бомбят. Или это он бомбит. Не, да, туда тебе и дорога. Ой, блин, говноед. Любитель пожрать говно. Просто, ну что за лох? Что? С какой он пушки стреляет? Он пистолета, что ли? Сейчас напишу им в чат. Ребят. Не то, что вы могли подумать. Чё за пушки? Чё за пушки? Мощный. Мочерни.
Что за пушки? Нормально, думаю, написали. Опа! Кто вот это у нас идет, да? Любите пожрать, говно! Не! Да сейчас я тебя разнесу, тупое. Не! Да что, не стреляйся, пожалуйста. А, что-то меня сейчас разнесут. Не! Не! Ну, кстати, моя пушечка сейчас тоже неплохо так. Все, мы ему разнесли нафиг. Да ж я, мы сломали твою пушку, как ты стреляешь-то еще? Все, да взорваться должна была. Что за крыл? Разраб, пофикси. Почему? Вот. Да я не знаю, ну... Давай, все. Ушпиндоривай отсюда. И нас не трогай, ботинок. Все, изи. А что, у нас сейчас курсор появится. А вот, смотри, курсорчик. Нифига себе, мне так неплохо. Да, что ли, купить? Там какой-то, да, по-моему, у него. Мужик, я вернулся. А, 800 он стоит. Ну, мне немножко вроде осталось, да. Погнали, быстрее. Паркур вроде легкий, да, мега изи. Погнали, быстрее. Хоп. Да, тот самый легкий в мире паркур, блин. Самое легкое обби. Или как там это называется? Куда я отлетел-то так? Я вроде просто ресетнулся-то. Куда? Меня это швындёрило, блин. О, 24, ни хрена себе. Ладно, последнюю каточку, и все, и конец, и все, и расходимся. Ну, потом, ладно, в конце просить. 29, блин, сейчас полчаса будет видео, хоть нет, я там обрежу, наверное. Ну, проверим, сейчас, если будет не... Ну, да, можно заканчивать видео, хотя, не знаю. Ладно. Пособираем билетики. Блин, я так не хочу прощаться. Я так хочу еще видео позаписывать. Ладно, пофиг. Все. На этом все. С вами был я, Супер Бонни, со скином Шлёп и Максвеллом на плече. На этом все. Мы играли с вами в игру про поезд говноеда. На этом все. Всем пока. Пока.